Всем привет. Ласточка с весною в Сочи полетела. А мы, друзья, с вами на улице Социалистической. Опять я здесь не так давно здесь уже гулял. Но все пути ведут, как говорится, к морю, поэтому... А улиц к морю у нас не так уж и много, если честно. Поэтому опять Социалистическая. Ну, вообще-то, если меня попросили прогуляться тоже в районе пляжа Гренада, говорит, обижаешь Гренаду. И все пляжи, которые далее. Ходишь только по центральному, по Лазаревскому, первому и второму, ну, наверное, не без основания. А Социалистическая это у нас... Вот какая хорошая. Тут вот, смотрите, чай, пинеты, конфетки всякие. Самовар прикольный. Тапочки. Мишка повесился. Как будто бы десантник. Русское застолье. Тут редкий случай, когда не так много гостей еще. Но зато много блюд. Да нет, много гостей там внутри уже. Трапезничают. Я сегодня не могу. Сегодня сыт. Сыт. Все тут прям с полужару. Как-нибудь в другой раз приду я. Пообедаю. Ребята, все заняты, все работают. Все, смотрите, в кепочках, в перчаточках, все как полагается. Ну и, конечно же, я вам сейчас сразу ценовую политику. Чтобы сориентировались. Обязательно зайду, еще только и только июнь. Еще только июнь, вернусь. Сувенирка, 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 парфюм. Все так вкусно пахнет. А эта дорога нас туда вверх. Пропустим. Армины. Проезжай. Автостоянка 24 часа. Ну, мало ли кому-то надо будет. Имейте в виду. Раньше я ставил автомобиль свой вот именно здесь, но теперь, как видите, даже не стал рисковать. Оставил на Адойского. Там вероятность поставить машину гораздо больше, чем на Социалистической. Сотка. Нет, это не дача, не земля. Сотка. Это магазин, наверное, все по сотке. Столовые работают. Пожалуйста, приходите, обедайте, играет. Музыка, правда, вот пугает меня. Рыбка копченая, домашняя. Сейчас спрошу, если разрешат, поснимаю. Извините, можно вашу рыбку поснимать? Рыбку можно поснимать? Итак, ребят, мне разрешили рыбы, какой хотите. Пожалуйста, смотрите. Брюшко лосося есть, и форель, и барабулька копченая, и барабулька холодного копчения, султанка, кальмары. В общем, вся-вся-вся вкусняшка, вся, как вы хотите, осьминоги. Все к пиву, все есть. Приходите, пробуйте, покупайте. Все вкусненькое. Ну, ценовая политика, сами будете, все тут есть. На улице Социалистической не прогадаете, тут все, выбор великий. Спасибо большое. Ой, сыры. И сыры тут тоже можно купить, и косичка, смотрите. И вот это для жарки. Домашние сыры, пожалуйста. Кукуруза по 70. Дешевле, чем на море. Честное слово, вот смотрите. На море подороже, а тут подешевле, вот. Ага. Вот, спасибо. Если надо, заходите. На Социалистической людей полно. Как там наши друзья поживают со сладостями. Ирины сегодня нет, Ирина, наверное, занимается своими пряностями. А мы тут привет, привет. Покажем еще раз вам всякие сладости, щербеты, чаи всякие заморские. Смотрите, какая красота. Да, да, без сахара. То есть это натуральный продукт полностью. Я думаю, вам понравится. Мы с Михаилом в прошлом году отведали, знаем, очень даже
настоятельно рекомендуем. Полезно. Полезно, вкусно. Детям очень понравится. Ну и, конечно же, широченный выбор чучхеллы, пожалуйста, от 150, большущая такая вот. С инжиром и с курагой. Мы так помним, у меня в детстве вот такая, чисто виноградный сок вот такого цвета и фундук. Ну, у нас в нашем детстве такая только была. Сейчас же вот, пожалуйста, какая хотите. И большая, и маленькая, вот по 50 рублей можете отведать натурального продукта. Так что вот приходите на социалистическое, все, побежал дальше. Я хочу вас угостить. Не, спасибо, почему? Спасибо. У меня спортивное голодание. Да. Да. Как-нибудь в другой раз, когда вот проголодаюсь, погуляю, тогда. Спасибо большое. Спасибо. Пойдемте дальше. Людей побольше уже. Коней тоже. Вон там он один гуляет. Тегдынский конь. Экскурсии с Михаилом. Тоже достаточно долго работают, ребята. Косички. Извините, а почем косички вот у вас? Как это сделать? 500 и выше. 500 и выше. Спасибо большое. Вот, ребят, спрашивали, 500 и выше. Можно сделать косички. Тут уже каждый индивидуально, сами понимаете, тут разные условия. Конь в кроссовках. Ну, в пальто знаю. Но чтобы конь в кроссовках был, тоже прикольно. Фрукты, овощи прямо около пляжа. Тоже чучхелла, коктейли. Все тут есть. Будет в безопасности. А пахнет... ребят, тут все, я так понял, что печется прям даже прям здесь, из капусты, из картошки, все, что хотите. Очень вкусно пахнет, когда проходишь. Сразу невольно обратил внимание. Добрый день, я немножко попоказываю, проходил, у вас запах почувствовал, хочу показать, если вы не против. Вы здесь же печете, да? Да, конечно. Вот видите, все прям здесь, и аромат такой стоит на всю улицу, так что заходите. Спасибо большое. Пекарня Арман, кстати. А, Арман же, это у нас же тут рядышком. Это столовая Арман и гостиница. В прошлый раз здесь играла музыка. Вот она, столовая Арман. Шашлык 150 рублей. Пожалуйста. Скидка на все блюда с 20 часов 20%. Вот такая вот улица социалистическая, ребят. Фотографируются барышни на перилах, так, ну, красиво, да, смотрит вдаль, так, ох, красота. Кофе, вкуснотища. Приходите, здесь всякий широченный выбор и пиццы. Смотрите, всякие роллы, всякие такие классика, и запеченные, и распеченные. Широченный выбор кофе. Мой кофе именно здесь. Вот ценовая политика на кофе. Все это прям, хотел бы сказать, в устье улицы социалистической. Здесь, ну, по дороге к морю. Вот такая вот ситуация, ребятки, на пляже у нас. И улица социалистическая. Я, конечно же, прогуляюсь еще дальше. Покажу вам море. Народа на море полно. Все, погодка и отличная. И все хорошо, слава богу. Банан продан. Сейчас банан уходит в море. Вроде солнышко светит, вроде как-то пасмурно, как-то непонятно. Так. Ну, здорово. И что, я смотрю, сколько сидит. Ох, шайтан. Жена увидит, убьет. Но играет музыка. Вот так вот. Обстановочка обалденная. Ну что, друзья, прогулялись. Все, всем говорю пока, до новых встреч. Вот так вот заканчивается улица социалистическая прямо в самом море. Всем пока.